А вот в Набережных Челнах сегодня открыли организацию по поиску людей «Челны. Поиск Василисы». С инициативой вышли волонтеры, когда искали 8-летнюю Василису Голицыну. Девочку убили 2 февраля. ЧП вызвало огромный общественный резонанс. Число желающих вступить в волонтерское движение достигло 1500. И сейчас наша задача – уберечь всех детей нашего города. И не только детей, но и людей, которые могут попасть в те или иные ситуации, когда не всегда могут найти правильный выбор. Предоставим 72-часовые курсы с приглашением наших товарищей из ГИМС, из МЧС, из УВД. Через педагогический институт мы готовы предоставить сертификат об образовании.